В Москве прошла вечеринка в честь презентации новой баскетбольной формы команды «Пена» в коллаборации с брендом «Эквикбак». Сколько занимало времени? Ну, несколько месяцев мы разрабатывали лекалы, и потом еще около полугода шили. Вот, и вышла очень классная двухсторонняя форма, которая будет классно смотреться как на девочках, так и на мальчиках. Такого еще не было в стране. Ни одна команда даже из лиги ВТБ не играет в такой форме. То есть там есть немножечко от формы из NBA, там есть немножечко каких-то наших идей. То есть мы воплотили все, что хотели, и очень довольны. Команда «Пена» – это первая медиакоманда в баскетболе. На вечеринку приехали и игроки «Пены». Среди них актриса Надя Сысоева и певец Нилетто. В команде я совсем недолго, всего 4 месяца, но уже добилась немалых успехов. Мы играем и в лиге МНБЛ, у меня там есть очки. И сейчас у нас прошла медийная лига баскетбол, мне удалось забить данк. Ну и вообще классно провести время, поиграть с мальчишками, с девчонками. Для меня баскетбол всегда был очень стильным видом спорта. Он напрямую связан для меня с хип-хопом. А я человек, который 9 лет танцевал хип-хоп, преподавал танцы. И для меня это пересекалось все вместе. Поэтому всегда хотелось, наверное, в стритболе, ну, типа, заниматься баскетболом, потому что это связано с хип-хопом. Бренд «Эквикбак» впервые делает спортивную форму со спортивной командой. Данная форма не только для игроков команды «Пена», но и для их поклонников и любителей баскетбола. Ведь форму можно будет увидеть и на полках магазина. Мы считаем, что мода, медиа и спорт – это все единое, они должны двигаться вместе. Поэтому очень круто, что получилось выстрелить с ребятами такую коммуникацию. Мы очень рады. Возможно, ребята задали новый тренд, и теперь медиакоманды разных спортивных направлений добавят нотки фэшн в свою спортивную форму.